56 глава книги пророка Исаии. Так говорит Господь: «Сохраняйте суд и делайте правду, ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу: Господь совсем отделил меня от своего народа, и да не говорит евнух: вот я сухое дерево. Ибо Господь так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне и крепко держатся завета моего: тем дам я в доме моем и в стенах моих место, и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям, дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою, и обрадуй их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Господь Бог, собирающий рассеянных израильтян, говорит: к собранным у него я буду еще собирать других. Все звери полевые, все звери лесные, идите есть. Стражи их слепы все и невежды, все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лежа, любящие спать. И это псы, жадные душою, не знающие сытости, и это пастыри бессмысленные, все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть. Приходите, говорят, я достану вина, и мы напьемся секеры. И завтра тоже будет, что сегодня, да и еще больше».